Масштабный ремонт предстоит провести на перекрестке Русская, проспект Столетия Владивостока. Уже сейчас специалисты подрядной организации готовятся к предстоящим работам. Сегодня вышли, получается, до изучения проектных данных. Смотрим геодезические отметки точек, которые дали проектировщики. Вот, изучаем проект, подготавливаемся к работе. Вот, при наступлении уже положительных температур, чтобы температуры установились и днем, и ночью, будем уже выходить и начинать производство работ. Работы будут планироваться круглосуточно. По возможности, чтобы обеспечить движение и не останавливать, в общем-то, загруженность данного участка, потому что он и в таком состоянии, он загружен постоянно. Поэтому будем стараться, в общем-то, выходить и ночью, именно какие-то глобальные разделения, что-то выделение, будем выводить людей ночью, чтобы они все это выполняли. Ну, во всяком случае, укладка асфальта и работа фрезы на данном участке, она 100% будет только в ночное время. Пересечение улицы под мостом является одним из самых сложных и загруженных транспортных развязок города. Как отмечают специалисты, для данного участка был сделан проект, который позволит расширить дорогу и распределить потоки транспорта. Отметим, контролировать ремонт будут независимые эксперты и специалисты администрации Владивостока. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.